Говори громче, я перелазить уже не буду. А чё так? Мне самому стрёмно. Блин, я чё я кричать-то буду? Может, я тебе хотела что-нибудь так сказать? Ой, блин, смотри, там полетел кто-то на парашюте. Наверное, парашютист. Блин, наверное. Ладненько, давай, ради тебя. Передислоцируемся. Блин, походу уже моя очередь. А какой у тебя? 56. 5-5. Черт. Рома, ты можешь показать, откуда я сейчас буду прыгать? Ну ты показывал только на это на Костином видео, а сейчас на моем. Там вон оно машины, общее. Игрушечные, людей не видно, а я-то туда прыгать буду. Маленькие муравьи. Да. Мама, ты все еще хочешь прыгать с нами? Ты уверена? Думаю, надо заканчивать. Не надо тебе прыгать. Куда лечу? Может, наоборот, лучше на глаза? На глаза, на это? Вот откуда берутся фразы «у холмов есть глаза». Смотри, какие у меня щеки выпеченные. Ты же Тоторо. Блин, уже? Черт, черт, черт. Блин. Так, взгляд на горизонт. А что, драконы нынче не летают? Не. Гадкие драконы. Я один из последних, я берегу свой рот. 5-5. Зато тепло. Готово. А я очкую. Вы готовы? А я очкую. Давай, все хорошо будет. Чего? Коты умеют летать. Ты же кот? Блядь. Нихуя, они не умеют летать. Твою мать, где там турник? Где турник, на который я должна цепляться? Боже, боже. В метрах 4 перед тобой. Прыгай и хватай. Видишь канат на закрасе? Ты прыгнешь и сразу его увидишь. Да. И сразу схватишься. Почему? Блин, мне бы не обоссаться. Там внизу свои. Они поймут. Я костюм давай. Может кто-то впереди меня прыгнет? Давай, давай, у тебя все получится. Давай мы тебе посчитаем все вместе. С 3 до 1. На прыжок ты прыгаешь. Переточься на прыжке, ты уже половину дела сделал. Ты стоишь себе спокойно. Сосредоточься, я начинаю считать. Спокойно, я матом ору, какой спокойно. Это же все ради видео. Давай, ты просто, ну так, очень хладнокровно, спокойно. Готово? Разговариваешь на мате. Да, да, я разговариваю на мате, точно. Поехали. 3, 2, 1, прыжок! Красавица! Она говорит, что она мужик, да, мужик.
Что у вас за культурная программа? Все, всем спасибо, с вами был Дракон с краю скалы. Пока!